Друзья, эта песня была написана 14 февраля 1989 года на вывод войск из Афганистана. И впервые исполнена в Воронеже 15 февраля. Вспоминая дом, шум и гам проспектов, или, может быть, деревеньки тишь. В небо смотришь ты, сжав в руках берет свой, смотришь в тишину и молчишь. На ХБ твоем пыль Афганистана, в волосах запутался белый цвет. Ты войну знал не с телеэкрана, ветераном став в 19 лет. Прав или не прав, судят пусть другие, в памяти всегда будет жить Афган. Даже звезды там, в тех горах чужие, и от горя там почернел тюльпан. Скоро всем домой, срок уже назначен, а в любом письме вас живыми ждем. И хоть счет не весь в тех горах уплачен, дан приказ назад. Мы идем, и хоть счет не весь, духом дам уплачен, дам приказ назад. Мы идем, вспоминая дом, шум и гам проспектов, или, может быть, смотришь в тишину и молчишь.